Фигурант дела Гайзера, который покончил с собой в СИЗО перед смертью, жаловался на депрессию и бессонницу. 42-летнего Антона Файерштейна нашли мертвым в матросской тишине в минувший вторник. Но эта информация подтвердилась только сегодня. И, как рассказал адвокат погибшего Шата Гаргадзе, его подзащитный на последней очной ставке был очень подавлен. Файерштейн говорил, что не может уснуть, поэтому юрист считает, что у него была депрессия. При этом предприниматель не жаловался на угрозы или давление. В сентябре прошлого года Файерштейн оказался среди 15 обвиняемых по делу о хищении государственной собственности в республике Коми. Совсем недавно суд продлил ему арест до 20 сентября. По версии следствия, преступное сообщество организовал бывший глава региона Вячеслав Гайзер. После ареста его уволили.